С 1 апреля в городском округе стартует запись детей в первый класс. Раньше документы для зачисления в школу принимали с 1 февраля, но в 2020 году были утверждены новые правила. В первую очередь в образовательные учреждения принимают детей с прикрепленной территории с преимущественным правом зачисления. Для них запись в школу продлится до 30 июня. Приказ о зачислении будет издан в течение 3 рабочих дней после приема всех заявлений. Преимущественное право при зачислении имеют, конечно, льготные категории. К ним, вот, в частности, относятся дети из семей, в которых уже братья и сестры учатся в данном учреждении. Поэтому через госуслуги родители подадут заявление. Подтверждать на госуслугах не надо, что у них есть еще ребенок, который в этой школе обучается. Проверка осуществляется на уровне учреждения. Если ребенок проживает не на закрепленной территории, прием заявления начинается 6 июля. Зачисление возможно только при наличии свободных мест и не позднее 5 сентября. Ожидается, что в этом году школы городского округа примут около 4000 первоклассников.